весна 1941-го. Нынешний год, писали газеты республики, войдет в историю советского Киргизстана как год замечательных всенародных строек. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска вероломно напали на Советский Союз. Вместе со всей огромной страной вставала на смертный бой с фашизмом Киргизская Советская Социалистическая Республика. 23 июня была объявлена мобилизация. Но люди шли и без повесток. За первые два дня только Фрунзенский горвоенкомат принял 270 заявлений с просьбой зачислить в действующую армию. Добровольцы, призывники 41-го. Сугубо мирные люди. Как они были не похожи на солдат, даже с оружием в руках. По самой ускоренной программе готовил своих воинов генерал Панфилов, военком Киргизской ССР. Еще не все представляли себе всю долгую и страшную тяжесть того, что им предстояло. И тем, кто уходил, и тем, кто оставался. Но люди верили. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз продолжается. Целью этого нападения является уничтожение советского строя, захват советских земель, порабощение народов Советского Союза. Партия призывала: мы должны быстро и решительно перестроить всю работу на военный лад, не теряя ни минуты, не упуская ни одной возможности в борьбе с врагом. Обязать все партийные организации республики, постановил 6-й пленум ЦК Компартии Киргизии, проверить и оценить свою работу в свете того, что они сделали для оказания максимальной помощи фронту. Бюро ЦК ЛКСМ Киргизии обязывает все комсомольские организации перестроить работу в соответствии с военной обстановкой и требует от всех комсомольцев строжайшей организованности и самоотверженности на своих постах. Жены заменяли мужей, младшие братья старших. Они сдавали хлеб. Они провожали своих близких, бойцов, сформированных в Киргизии дивизий и бригад. Экипировка этих частей тоже была заботой республики. Самым известным во фрунзенских сберкассах стал счет номер 14. Сюда поступали средства, собранные народом. К октябрю 1942 года в фонд обороны было собрано тысячи тулупов и полушубков, десятки тысяч стеганок, свыше полумиллиона других теплых вещей, около 70 миллионов рублей на строительство танков и самолетов. Из прифронтовой полосы от Ленинграда до Одессы в Киргизию было эвакуировано более 40 детских домов.
3500 детей. Их принимали Фрунзе и Токмак, Чонсарой и Курменты, Талас и Теплоключенко. Дети могли не рассказывать, что выпало на их долю. Это было в их лицах, в их глазах. Женщины города Фрунзе призывали жены военнослужащих. Гитлеровские мерзавцы обогрели советскую землю кровью детей. Лишили их родного крова, отцов и матерей. На устройство эвакуированных детей государство расходует огромные средства. Пусть же и среди нас не будет ни одной, не вложившей доли своего участия и помощи. Как саму жизнь, как свое будущее, страна в первую очередь спасала детей. Детей и заводы. Участник эвакуации заводов Григорий Никитович Грицун. Когда фронт начал приближаться к Ворошиловграду, завод срочно приступил к демонтажу и эвакуации оборудования и людей. По прибытии во Фрунзе на станцию Пишпек сразу мы приступили к разгрузке оборудования и расселению людей по квартирам, в чем нам огромную помощь оказало ЦК партии и правительство Кыргызской Республики. Все рабочие и прибывшие проявили огромный энтузиазм в быстрейшем пуске завода. Площадей для размещения оборудования не хватало, и часть оборудования была размещена под имитированными крышами из брезента. Вся продукция, которая была изготовлена, сразу же отправлялась на фронт. В Киргизию было эвакуировано около 40 фабрик и заводов, многие союзного масштаба. Где их разместить? Как в считанные дни научить делать снаряды вчерашнюю домохозяйку, городского подростка, аильную молодежь? Чем встретить 150 тысяч эвакуированных? Одеть, накормить, снабдить продуктами? Ведь многие покидали дома под бомбежкой. А жилье? Его не хватало и в мирное время. 8 метров была норма жилплощади в городах. Что ж, теперь она будет 5. Штаб республики. Днем и ночью работает правительство, Центральный комитет Компартии Киргизстана. Надо принять Государственный симфонический оркестр СССР, Государственный хор СССР. Принять так, чтобы это мощное оружие тут же стало работать на победу. Песня, музыка. Для людей это было как глоток мирной жизни, чтобы можно было идти дальше. Осень 1941-го. Ушли под Москву 316-я, 385-я стрелковые дивизии. Завершалось ускоренное формирование национальных кавалерийских частей. Страна переживала самые тревожные, трагические дни. В бинокле фашисты уже видят Москву. Но, как всегда, 7 ноября в столице состоялся парад, на котором выступил верховный главнокомандующий Сталин. Товарищ наставник Петрослав, командир контрапопов, партизаны и партизаны, на вас смотрит весь мир, как на силу способных, уничтожить, разбойничьи, порченных захватов. На вас смотрят все народы Европы, временно поспавшие побили немецкие зеленые, как раз свои остановить. Великая остановительная мишка выбора на вашу сторону. Пусть все же достойны. Велика Россия, а отступать некуда. 16 ноября. Бой у разъезда Дубосекова. Один из четырех оставшихся в живых – Иван Шадрин. Иван Васильевич Панфилов приезжает. Товарищ генерал, занимаемся мы обороной. Нет, говорит, вам не место здесь.
А вот высотка Волоколамска внизу, а вот на этой высотке 250 метров, вот здесь окапывайтесь, пускай хоть вся танка сейчас идет немецкая. Вы их затерпите. Открыли огонь, в первую очередь гранату бросаешь. Пусть раз распластнулась, и в то время смесь, бутылку и китайская пожарится. Вот этот день очень был тяжелый для нас, для всех. Навсегда остались под Москвой воины-киргизстанцы Иван Москаленко, Григорий Петренко и Григорий Конкин, Николай Ананьев и Дуйшенкул Шопоков. 18 ноября погиб генерал Панфилов. «316-я стрелковая дивизия» телеграфировал правительству ЦК Компартии Республики, командующий 16-й армией Рокоссовский. В боях на подступах к Москве покрыла себя боевой славой, награждена орденом Красного Знамени, удостоена звания гвардейской. Имя генерал-майора Панфилова, его славные дела являют собой пример героизма, преданности своему отечеству, знания военного дела. Народы Советского Союза склоняют головы перед памятью 28 героев этой дивизии, которые погибли, но не пропустили фашистские танки. Так защищать свою родину может только народ, воспитанный партией Ленина. Единственный снимок семьи Шопоковых. Земли нашего колхоза каменистые, плодородными их не назвать. А в годы войны только женщины в поле, подростки да старики. Что ж, думаю, от слез толку нет. Буду мстить за мужа. Пусть каждый корень свеклы пулей будет убийцем. Под этими словами вдовы героя, героя социалистического труда Керембюбю Шопоковой, подписалась бы вся Киргизия. Только на заводах и фабриках города Фрунзе работало свыше 10 тысяч женщин. То, с чем люди справлялись, по меркам мирного времени казалось немыслимым. Прямо с колес начинали давать продукцию фабрики, переброшенные из Москвы и Полтавы, Ростова и Таганрога, Азова и Одессы. Перестраивались местные предприятия. На базе местных и вновь прибывших создавались новые коллективы интернационального рабочего класса Киргизии, опорой ее индустриального взлета в будущем. С первых дней войны мы переключились с детской одежды на шинели, гимнастерки. Шили все, что нужно солдату, вспоминает герой социалистического труда Айне Кайткулова. Сменная норма была 70 шинелей, а моя до 150. Пока не сделаю, не уходила. Из докладной записки ЦК Компартии Киргизии и правительства республики, ЦК ВКПБ и Совнарком СССР. В связи с размещением в городе Фрунзе эвакуированных промышленных предприятий, имеющих большое оборонное значение, положение с электроэнергией стало катастрофическим. Речь шла о возобновлении прерванного войной строительства Большого Чуйского канала, о возведении в самые сжатые сроки Ворошиловской ГЭС. Метод народной стройки был достаточно испытан в республике. Но теперь стройка была не просто скоростной. Она была фронтовой. Встреча двух фронтов. Солдаты тыла принимают у себя на переднем крае делегатов 8-й гвардейской панфиловской дивизии. «В руках у меня винтовка», — говорил легендарный разведчик Ашербай Каинкозов. «На поясе гранаты. Это все, что я хочу сейчас иметь». Страна говорит: «Правильно действуешь, Киргиз Каинкозов». И я отвечаю: «Киргиз Каинкозов будет действовать так, как велит ему Родина». Подвиг фронта получал продолжение в подвигах тыла. Подарки панфиловцам. Самые трогательные — от детей. Кисет дорогому бойцу. Или боевое донесение. Сколько собрано ягод шиповника для раненых героев. Сколько ребят учатся на отлично.
Каждый рабочий коллектив считал своим долгом дать фронту как можно больше сверхплановой продукции, порадовать бойца с любовью и заботой собранной посылкой. Сорок тысяч посылок отправили киргизстанцы по фронтовым адресам. 22 раза выезжали делегации республики в действующую армию. Конечно же, не с пустыми руками. Как положено, 196 вагонов подарков. Но разве все дело в подарках? Увидеть земляков, услышать родную речь, расспросить, что там в родном Аиле, из рук в руки получить письмо. Как они там, дома? Как только управляются без нас. Годовщину ратного подвига под Москвой фрунзенцы отметили митингом у памятника Панфилову. Первый в стране памятник герою Отечественной войны, героям-панфиловцам. Суровым было время. Суровым было и это короткое торжество. Мужчины уходили не только на передовую. 36 тысяч колхозников были мобилизованы на трудовой фронт. Уходили механики, шоферы. Все меньше становилось в поле тракторов, другой техники. Но посевная есть посевная. Над бруствером я не вставала в атаке. В тылу я жила и трудилась, как всякий. Девчонкой, теряя последние силы, я поле пахала, я сено косила. Я слышала вопли и плач по убитым, по нашим с войны не пришедшим джигитам. Я видела жизнь матерей и невесток от тех похоронок до новых повесток. Война казалась жестокой зимовкой, которая всегда была испытанием для горных кочевий. Теперь все стало испытанием вдвойне. Только бы дотянуть до весны, до первой зелени. Едва созревали травы, все выходили на сенокос. От мала до велика. Впереди новая зимовка, надо успеть подготовиться, а мужских рук нет. В минуту отдыха сводка информбюро. Южнее Воронежа наши части форсировали реку Дон. Две строчки. Что в них? Дон. В то утро он не был тихим. Но надо было перебраться на правый берег и уничтожить ДОТ на горе Меловой. Чолпонбай Тюлюбердиев. Он подобрался к ДОТу, швырнул гранаты. Но вражеский пулемет продолжал бить, не давая бойцам поднять головы. И тогда раненый Чолпонбай принял огонь на себя. Радость моя! Нашли недописанное письмо в кармане его гимнастерки. Сейчас мы пойдем в бой. Я буду сражаться так, как геройски сражаются мои друзья-однополчане. Я буду сражаться за тебя, за мой счастливый родной народ. От мала до велика. Шелковичные коконы. Обычно их разбирали дети. Ош всегда славился своим шелком. Его шелкомотальная фабрика снабжала сырьем многие предприятия страны. Теперь с эвакуацией сюда шелкоткацкого оборудования из Харькова Ош стал крупным поставщиком парашютной ткани.
дети войны. Они собирали колоски и в каждом колоске видели пулю фашисту. Они зарабатывали трудодни. Только воспитанники Токмакского детского дома внесли 10 тысяч рублей на танк «Пионер Киргизии». «Наш танк», — писали они в ЦК Компартии Республики, — «нанесет смертельный удар гитлеровским детоубийцам. Он будет самый быстроходный и непобедимый». 700 тысяч подписей стояло под письмом, с которым киргизский народ обратился к воинам-киргизам. «Дорогие наши сыны, вы наша надежда. Вы наша богатырская застава против фашистского зверья. Детище Октября, Киргизия, приказывает тебе, сын Сейтека, мсти за разграбленный дом твоей общей родины. Помни, отвоеванные тобою города Волги и Кавказа, города Центральной России, сохранят в долинах Иссык-Куля, Таласа и Алая киргизский язык, киргизскую культуру, жизнь твоих стариков-родителей, твоих сестер, твоих нежно любимых детей. Вместе с братскими народами Советского Союза вы можете и должны очистить нашу землю от гитлеровской нечисти». Письмо пришло на фронт в разгар Сталинградской битвы. Именно здесь начала боевой путь танковая колонна «Советский Киргизстан». Горела сталь, плавился камень, а защитники Волги навечно становились сталинградцами, где бы они ни родились. С высоты Сталинградского перевала советские люди впервые воочию увидели тот край войны, за которым была победа. Генеральный план Ост. В своем бункере Гитлер представлял его иначе. Еще один урок истории. Но какой ценой? Как часто раненый в жестоком бою солдат приходил в себя уже в краю Алатоу? От тишины гор, от людской заботы. В республике действовали 25 госпиталей, над ними шефствовали 400 предприятий и учреждений. Не только медики возвращали раненых к жизни. Лучшие поля при Иссык-Куле стали базой оборонной фармацевтики, эвакуированного в Киргизию Харьковского химфармзавода. В Киргизию эвакуированы 5 институтов Академии наук СССР. Такие крупные ученые, как Скрябин, Энгельгард, Бах, разрабатывали с киргизскими коллегами актуальнейшие проблемы оборонного и народно-хозяйственного значения. Производство крайне нужного в военное время витамина С. Получение вакцины для борьбы с инфекционными болезнями. Более 40 тем успешно решал Фрунзенский медицинский институт. В июне 1943 года правительство и ЦК Компартии Республики приняли постановление об организации киргизского филиала Академии наук СССР. Академик Скрябин стал первым его председателем. Грохот пушек не заглушит голоса науки. Напротив, он вдохновляет наших ученых, сказал президент Академии наук СССР Комаров, выполнять свой долг служения социалистической родине. «Товарищи женщины», — призывала Зууракан Кайназарова на антифашистском митинге, — «мы должны помнить, что пока не раздавлена фашистская гадина, наша жизнь, жизнь наших детей в смертельной опасности. Мы должны работать за двоих, за троих. Мы должны дать продукции столько, сколько потребуется фронту и стране. Победа не придет сама. Мы должны ее завоевать. Чем крепче тыл, тем сильнее армия». В полтора раза увеличил выпуск своей оборонной продукции по сравнению с предвоенным годом Фрунзенский мясокомбинат.
Ни раз и ни два подвиг трудовой Киргизии отмечен высшей по тем временам наградой Родины, переходящим красным знаменем Государственного комитета обороны. От имени личного состава гвардейцев-панфиловцев отвечали бойцы тылу: выражаем сердечную благодарность за ваши подарки. Мы, гвардейцы-фронтовики, обещаем за каждый джалалабадский орех послать на фашистские головы тысячи свинцовых орехов, за каждый килограмм иссыкульского меда, тяньшанского масла обрушить на фашистских гадов тонны снарядов и мин. Блокируя город Ленина, гитлеровцы рассчитывали удушить его голодом. Не рассчитали они одного. В самые жестокие дни первой блокадной зимы только трудящиеся Киргизии за две недели собрали для ленинградцев 48 вагонов муки и мяса, риса, сахара и овощей. В марте 42 года по ледовой трассе жизни делегация Киргизии доставила продукты в осажденный город. Киргизстанцы повторят этот маршрут и в ноябре 42-го, и в марте, и в октябре 43-го. Только крепостью советского тыла и нерушимой дружбой народов СССР, писали рабочие Ленинграда трудящимся Киргизии, можно объяснить такую самоотверженную защиту осажденного города, какую явили миру ленинградцы. Дорогие товарищи и друзья, обратились руководители города-героя к трудящимся Киргизстана. С огромной радостью встретил Ленинград ваших посланцев. От всего сердца благодарим вас за братскую заботу. Это вдохновляет ленинградцев на новые боевые дела. Воспитанник комсомола Киргизии, участник прорыва блокады генерал армии Лященко. Ночью тихо. Стоят все русские, киргизы, казахи, узбеки, белорусы. Все национальности стоят как один. И в 9 часов открылась артиллерийская подготовка. В самом пекле боев спасали жизнь раненым фронтовые медсанбаты. Рафа Айдарбекова, майор медицинской службы. При прорыве блокады наш медсанбат находился в Невском пятачке. В этот момент наша палатка находилась недалеко от передовой. Оперировали два хирурга. Нам пришлось работать день и ночь под бомбежки, под обстрелом, прямым попаданием. Наша палатка была разбита, и рядом стоящий хирург был убит. И я была тоже ранена. Хотя и хирурга второго не было, мне пришлось работать за двоих. День и ночь, когда закончился прорыв, многие наши медики были награждены орденами, медалями, в том числе я была награждена орденом Красной Звезды. Она встретила победу в Берлине. Но для нее, пережившей 900 дней блокады, первая ласточка победы была здесь, в Ленинграде. Предвестия победы. Они были в сводках информбюро, в сообщениях Киртага. В горах Кимина завершено строительство рудника Актюс. Страна получила киргизский свинец. Продолжая скоростными методами, завершено строительство нового плавильного завода. Это позволило значительно увеличить выпуск стратегического металла Кадамжайской Сурьмы. В конце 41 года фашисты захватили на Украине Никитовский ртутный комбинат. Единственным источником ртути в стране стал Хайдаркан, его примитивные выработки и печи. Правительство, Компартия Киргизии объявили Хайдаркан ударной стройкой. Работы велись в условиях высокогорной зимы, бездорожья. И все же в июне 42 года комбинат был введен в строй. В каждом выстреле по врагу зазвучала хайдарканская ртуть. В каждом патроне и снаряде. Мы говорим... Звучал голос киргизского комсомола на радиомитинге среднеазиатских республик.
Горные пастбища и забои, шахты и цехи заводов – это тоже линия фронта. Здесь твоя боевая позиция. Здесь сражайся против смертельного врага. Все силы на помощь фронту. Порос Кульматов. 125 тысяч рублей сдал на танк куршабский колхозник. Из обращения ко всем колхозникам земляков Дюшенкула Шопокова. Гитлеровцы тешили себя мечтой, что после первых неудач Красной Армии разрушится союз народов нашей страны. Так пусть же танковая колонна колхозник Киргизии языком орудий докажет фашистским мерзавцам, что народы нашей Родины едины. В зелени фрунзенских улиц не сразу разглядеть скупой текст мемориальных досок. В этом здании школы военных пилотов были сформированы ночные бомбардировочные полки. Школа была создана в Грозном 41-м на базе фрунзенского аэроклуба. Фрунзенский аэроклуб подготовил около 1000 авиаторов, ушедших в армию в первые же дни войны. Героями Советского Союза стали его воспитанники Михаил Афанасьев и Евдоким Москов, Николай Рудь, Николай Мирошниченко и Михаил Бабкин. Дважды героем Советского Союза стал Талгат Бегельдинов. В самых суровых боях принимали участие воспитанники Фрунзенского пехотного училища. Во Фрунзе формировалась прославленная Крическая дивизия, подвигом которой 12 раз салютовала столица нашей Родины – Москва. Письмо с фронта в колхоз Минбулак Нарынского района. Здравствуйте, дорогие мои земляки. Вы, наверное, давно меня потеряли, но я жив, здоров. Со мной есть ребята из Джумгальского, Атбашинского и других районов. Что касается моей фронтовой жизни, то могу сообщить, что воюю неплохо. О моих боевых делах писала фронтовая газета. Я надеюсь, что и вы напишете о своих делах. И вообще, что нового у вас в колхозе? В сентябре 43-го года ЦК Компартии Киргизии приняло решение об укреплении связи киргизского народа с бойцами действующей армии. К концу 44-го года концертные бригады Киргизии дали на фронте 2500 концертов. На передовой звучали созданные в дни войны песни Усенбаева, Йоганбаева, Малдыбаева и Баетова. Нет, они не стали легче, бои 44-го, но стремление к победе, желание наконец-то покончить с войной, было сильнее самой смерти. Даир Асанов, герой Советского Союза. В расчете были 7 человек. Все мои товарищи в этой жестоких сражениях погибли. Мы, оставшиеся трое, 3 атаки противника отбили. После того, как последние атаки отбивали, 2 героически погибли, а другой остался обоими перебитыми ногами. Он отражал атаку противника. На этот раз прямым попаданием был подбит наша пушка. И вот пришлось последнюю атаку немцев отражать мне одному. В этот момент к нам подошли новые пополнения. В 4-часовом неравном бою из своего орудия уничтожил 8 танков, 6 бронемашин и до 40 вражеских автоматчиков. Летом 44-го года воины Советской Армии вышли к государственной границе Союза СССР. Наказ народа очистить родную землю от гитлеровской нечисти был выполнен. Лозунгом стало «Добьем фашистского зверя в его собственной берлоге. Вперед на Берлин!» О
освобожденная земля, израненная, ограбленная. Еще в феврале 42 года ожские комсомольцы взяли шефство над освобожденным Можайским районом. В апреле 42-го ЦК Компартии Киргизии принял решение о помощи колхозам и населению Краснодарского края. В январе 44-го республика проводит массовую закупку и отправку скота для освобожденных районов. Вместе, одной семьей били советские люди ненавистного врага. Вместе пришли на пепелище. Гурты отправляли составами. Не было составов, гнали своим ходом. Краснодарский крайком ВКПБ выражает большевикам Киргизии горячую благодарность за оказанную помощь и проявленную заботу о семьях, эвакуированных в вашу республику. Братскую помощь со стороны Киргизии большевики Кубани никогда не забудут. Живя нелегкими заботами каждого военного дня, республика находит силы работать на будущее. Учитывая особую важность строительства железной дороги Кантры-Бачья для развития промышленности и сельского хозяйства, Совнарком и ЦК КПБ Киргизии считают обеспечение ввода в эксплуатацию дороги в установленный срок делом всех партийных, советских и хозяйственных организаций. Люди работали так, будто эта дорога вела к победе, что означало прежде всего мир и только мир. Три тысячи километров отделяли Киргизию от прифронтовой полосы. Ни одна бомба не нарушила здесь утреннюю тишину. И все-таки война вошла в каждый дом, в каждую семью. Даже этот мирный хлопок, он не был мирным. Люди постоянно помнили, это гимнастерки солдат, это порох для снарядов. Киргизия – небольшая республика. Перед войной ее население едва составляло 1,5 миллиона человек. Но только за 3 года войны она проводила на фронт более 360 тысяч сынов и дочерей. Направила свыше 70% коммунистов своей партийной организации. Ушел каждый четвертый. И если республика все вынесла, брала высоту за высотой, то прежде всего потому, что была советской, была социалистической, что шагало в едином строю Союза Советских Социалистических Республик. Наводчик Насыр Байтурсунов. Форсировав Одер, мы продвинулись на 150 километров. Заняли позицию. Слышим, немецкие танки ползут. Подпустили на 500 метров. Я уничтожил головной тигр первым же выстрелом. А соседний расчет промахнулся, и вражеский танк на большой скорости помчался прямо на них. Я даже в комок сжался. Руки затряслись. Но, думаю, раздавить ребят, костей не соберешь. Жду команду. Огонь. Первым выстрелом остановил, вторым зажег как спичку. Тут наша пехота поднялась. И мы пошли. Безостановочно, с юга, на Берлин. На Берлин. Герой Советского Союза Калыйнур Усенбеков. Когда мы перешли в наступление,
Наш батальон оторвался от полка примерно на 3 километра в расстоянии. И мы вырвались вперед, а к вечеру мы узнали, что мы находимся в окружении противника. Я тогда был парторгом этого батальона в чине старшего лейтенанта. Мы объясняли сложность боя в окружении. Всем солдатам говорим: товарищ, вы постарайтесь прицельно стрелять. Экономьте патроны. Противник, вот что бы то ни стали, старались нас сбросить. Потому что Берлин вот близко. Первый день около 7 контратак отбили. Вот за эти бои все солдаты офицеры были награждены, а командир батальона Алексеев и я получил звание Героя Советского Союза. Когда будет завоевано русское пространство, где-то здесь кликушествовал Гитлер, раз в год мы будем проводить через столицу империи партию киргизов, чтобы в их сознании запечатлелись мощь и величие этого города. Что ж, они пришли в этот город. Среди надписей на обломках Рейха есть и автографы киргизстанцев. Победа! Вокзал станции Фрунзе. 1418 дней войны. 1418 дней. И в той толпе, сквозь мокрые ресницы, боясь навек кого-то проглядеть, в солдатские я вглядывалась лица, кого я жду, сказать мне не суметь. И сердце, как отчаянная птица, могло во мне заплакать и запеть. Неумолим бег времени. Неумолима смена времен года и лет, отцов и детей, поколения поколениям. И с той же неумолимостью наша память вновь и вновь возвращается и будет возвращаться к майским дням 1945 года. Тогда, в День Победы, спасенное человечество навсегда увидело для себя ликующее торжество правды и справедливости, торжество мира, вечную, как весну, надежду на будущее.